Йоги, с вами Шумики, и мы заканчиваем проходить игру под названием Shovel Knight. Shovel on the Hole. То есть мы уже с вами, считайте, прошли за рыцаря. И дальше у нас будет другое. Как вы видите, я реликвии все собрал. Однако у меня музыкалок нету, не все музыкалки. И все, только музыкалки остались. Ну что, у нас, в принципе, башня судьбы. Подъем. Нет, я нажал. Мы полетели. Ну, что-то такое чувство максимально... Ладно, плевать. Хорошо, вниз, вниз. Там секретный камень был. Вот и... А, нет, это не секретный камень. Надо перчатку приготовить. Где моя перчатка? Давайте, давайте, нападайте. Я еще от прошлой серии не отошел. Так, Сэмсона. Хорошо. О, это эти ниндзяго. Ну-н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 у
Перчатка. Ах ты ж ё-моё. Ну и ползуны. Так, сейф зона. Это чисто, знаете, как в Марио вот то. В Марио такая же херня была.
Ой, подожди, а тут на время все нужно поднимать. Но я успел забрать то, что нужно. Остальное все равно. Ой, блин. Так. Здесь, ладно, я там уже успел. Ой, это же зеленые взрывные крысы. Не хочу рисковать, ничего не хочу. Все, до свидания. Так, где мой? Ну а зачем мне, в принципе? Так, это все, это битва уже, это уже битва с боссом. Да это просто бесценно. Кто вступил сюда? Холопа, он портит наш званый ужин. Удивительно, что ты снова рвешься туда, где тебе не место. Нам следует наказать тебя. Ты зашел слишком глубоко. Мы требуем реванш. Мои новые планы безупречны, но этот раз тебе не победить. Значит, эпическая битва? Превосходно, кто первый? Передайте соль. А, подожди. А вы меня не зацепите? Не, если я буду со всеми сразу драться... А. Так, ладно, тихо. Говнюк. Так, хорошо. Не-не, я лучше буду сразу использовать то, что могу.
не убежишь от меня. Все, окей. Но я думаю, лучше магию сэкономить. Так, давай сразу вторую версию подрубаем. Блин, мне нужно чисто вот словить тайминг. Все. Так, еще трое, да? А как этого я убил, я не помню. Как я этого убивал? Я не помню, как я его убивал. Я помню, сундук был точно. Так, хорошо. А ты кто? Ой, спасибо, что... Это ж конфетти, да, вот он? Принцесса. Так, и ты, да? Да ну! Так, ну это был последний, да? Но сейчас, скорее всего, будет финальный. А нет.
Смотрите, они все держатся. Не хотят падать. Помоги нам, лопатный человек. Ты ведь не оставишь нас в беде, правда? Никакое богатство не стоит той головной боли, что предстоит тебе. Удачи, обреченный герой. Нужно отметить и твое превосходство технику копания. Нам следует поделиться опытом. Мой замок, моя роскошь, моя чернь, мой канделябр. Будь ты проклят, лопатный человек. Мое поражение ничего не меняет. Чародейку не остановить ни один смертный. Пусть мне не достает твоей силы, хихи, но я гораздо умнее тебя, так что берегись. Вот вещи как открываются, оказывается. Ах, как вас воодушевляет, как вдохновляет, если все твои квесты такие же интересны, мне стоит пойти с тобой. Мои гидравлические приводы существуют повреждены. Существенно повреждены, гарантированно серьезные неполадки. Я говорил серьезно, ты еще можешь вступить к нам. А где? Куда я зашел тогда? Подожди. Так, сразу приготовлю огниво. На что я нажимал? Вот, прикиньте, вот они где, оказывается, были все это время. Жесть. Ладно. Надеюсь, сохранится. Сохранилась, окей. Башня судьбы. Готовься. Это... А, тут сейф есть один. Здоровый. Вы считаете это нормально? Это ни хера не нормально. Нет, в принципе, я могу вот так сделать. Так, смотрите, а вот здесь я могу, в принципе, по факту просто пролететь. Попробуем.
Я не верю, что тут просто обычный пол. Заметьте, что здесь просто огонь. Все, битва с боссом. Какая чудесная ночь, не правда ли? Щитовой рыцарь, пойдем со мной. Уйдем отсюда. Ты жалок. Хватаешься за ложную надежду, гоняешься за призраками. Итак, ты пришел сразить меня, рыцарь? Отомстить за любимую? Загляни мне в глаза. Видишь, как мне страшно? Смотри, как я дрогну. Как ты достанешь клинок? Мне не нужен клинок, чтобы сразить зло. Щитовой рыцарь. Я знаю, ты еще не потеряна. У тебя нет ни малейшего шанса победить меня, но я не стану тебя препятствовать. Изволь. Исполним гибельный танец вместе. Мне пол не нравится. А, нифига себе. Мне вообще нельзя пол ломать. Теперь буду знать. И? Нормально? А, так ее огонь восстанавливает. Тогда не страшно. Ох ты ж, ё-моё! Блин, смотрите, в принципе, мне хватит полностью всего заряда, чтобы одолеть. Короче, я могу по факту ее все равно снаряда отбивать. Поэтому мне ничего не мешает это сделать. Всем. Thank you.
нет, ну пожалуйста, это за что? Теперь мне осталось ее только споймать. Ты поймал меня. Я тебя все время ловил, когда мы были в огне. Если бы я не знал, то пришел бы раньше. Ты знала, что я все еще здесь? И хотел на... Хотя надежды почти не было, ты не бросил меня. Я никогда не брошу тебя. Я последую за тобой на край света. До самого конца. Похоже, конец уже наступил. Что происходит? О, нет. Когда амулет разбился, магия вырвалась наружу. Чары уже собираются, они вырванутся на свободу и уничтожат все. Но мы можем это восстановить. Мы можем это остановить. Мы можем уничтожить их навсегда здесь и сейчас. Но мы оба еще слабы после битвы. Я готова как никогда. Идем, лопатный рыцарь. Сразим вместе, как и в былые времена. Итак, держись рядом со мной. А как же, что, как я должен наверх залететь? И, а как мне атаковать, как мне? А, ё-моё. А раньше нельзя было сказать? Подожди, я надеюсь, что я не буду с самого начала начинать от неё. А, нет, все, я сохранился там. Понятно. Что-то новенькое. Подождите, я был не готов. Ой, тихо. Нет, за что? Босс такой. Приличный. Лучше сюда просто спрятаться, да и все. Thank you.
ногой. А что, она все равно улетела. Да блин. Ты меня подставила. И конкретно. Да блин, мне нужно сделать... Вы сейчас это в натуре? Она меня задела просто краем. И... Понимаете, мне теперь неудобно играть. Я типа... Ну как, я не загорел с той херни, но типа было не очень приятно. Ясно. Почему? А, я понял почему. Ой-ой-ой, злюка. Охраняй, ты что гонишь? Ой. А у меня уже маны нету. Мяу. Ладно, лучше пойду в ту сторону. Блять. Сейчас было бы снова один на один. Все кончено, лопатный рыцарь. Все рушится, нужно спасаться. Бежим, я знаю куда. Щитовой рыцарь! Черный рыцарь, хвала небесам, ты здесь. Лопатный рыцарь ранен, вытащи его наружу. Нет, я не оставлю тебя, как же ты выберешься? Чары слишком сильные, я больше не выдержу. Беги, я...
ты не сможешь отразить этот чар, разорву тебя на части. Я так счастлива, что увидела вас обоих в последний раз. Щитовой рыцарь, беги, уведи лопатного рыцаря, спаси его. Поклянись, что спасешь его. Вот оно что. Замок слава. А, это все враги? Или что? А, не, это король. А тот теперь рыцарь просто убирает. Законный король вернулся. Пруд рыблок. Да, начнется празднование. Двор. Кровопийца, призрачный рыцарь. Душа любой вечеринки. Железный кит, алчный рыцарь. Золото вернулось к народу. Чумной рыцарь. Урок продвинутого землеварения. Подземный рыцарь. Видит раскопки и экспедицию. Блуждающие путешественники. Всегда готовы к битве. Так, там же еще, кажется, была блуждающий путешественник, это девка. Так, летучий рыцарь продолжает жить беспечно. Инженерный рыцарь. Мастерит игрушки для детей. Полярный рыцарь. Полярный рыцарь ничего? В смысле? Странно, почему полярный рыцарь ничего? Мы спасены. Я сдержал обещание, щитовой рыцарь. Набирайся сил, лопатный рыцарь. Мы еще встретимся. Отдых завершен. Я прошел. А не, я смотрю. Она вышла. Она все-таки вышла. Все?
The end, да. Да, конец. Ну что, в принципе, это все. Доступ новая игра плюс. Впереди новый квест. Выберите завершенный профиль Лапотного рыцаря, чтобы начать. Открытый режим испытаний. Натащи лопату для новых испытаний Лопатного рыцаря. Выберите режим испытаний, чтобы начать. Открыть тест-звук. Выберите тест-звук, чтобы послушать их. Готовьте лопату, сэр. Так, вот две. Давайте я как раз посмотрю. Да, теперь мне доступен чумной. Швыряете бомбы и альтернативная история. Альтернативная история. Прорубите путь сквозь трагический приквел. Ну, то есть, это тоже, типа, продолжение считать DLC-шки. Вы хотите начать новую игру плюс, вы начнете усложненное приключение и сохраните все свои снаряжения. Ну что, давайте, короче, тогда, так сказать, оценим игру. Во-первых, игра классная. Я ее долго отлаживал, потому что смотрю, типа, думал, она вообще наподобие Мегамена. Но в конце концов нет, оказалось, что она довольно платформерная, то есть здесь есть сейв-поинты, да. Есть RPG-элементы, есть боссы, у каждого босса есть свои, так сказать, стадии. Ну, у каждого босса есть свои стадии. Есть какой-то юмор, да, то есть все рассказывается юмор и секреты есть, какие-то собираемые предметы необязательные. Ну, давайте, ладно, из плюсов. Это большое количество, ну, контента, то есть у нас за рыцаря, у нас еще два DLC впереди. У нас еще два DLC впереди. Это Чумной рыцарь и Призрачный рыцарь. Также тут есть достижения, которые встроены, которые можно апать. То есть давайте. Количество контента здесь много. И здесь есть юмор, да. Юмор, RPG элементы. Нет, это тоже контент, потому что теперь RPG элемент мы собираем просто и прокачиваемся. Боссы. Их большая разновидность, у каждого свои особенности. Некоторые даже создали какую-то сложность. Ну, первый создал сложность, наверное, это... Кто? Кто мне первый жопу? Тот, который солнце смотрел? Нет. Блин, я не помню, слушайте. Крота мы быстро убили. Робота тоже. Со смертью у меня были проблемы, кажется. Она меня убивала часто. Потом вот этот чувак с розочкой во рту. Это из-за того, что я падал. Финальный босс. Вторая версия. Тоже проблематичная. Ну как, она не проблематичная. Там можно даже без получения урона пройти. Тут даже есть достижение такое, пройти всю игру. Или не всю игру. Короче, убить всех боссов, не получив урона. То есть, как вы поняли, здесь вот так вот. То есть, здесь я еще могу отметить эту сюжетку. Подожди, а что мы вообще отметили? Первая музыка. Контент разнообразный. Юмор. Сюжет. Музыка, юмор,
сюжет, контент, боссы, их разновидность. И прибавлю то, что боссы не одни атаки, а у них есть стадии. Это 6 плюсов уже. Но, в принципе, да, наверное, 6 плюсов. Из минусов, наверное, я отмечу некоторые проблемы с... Допустим, когда я из комнаты выхожу, да, и снова вхожу. Враги, главное, восстанавливаются, но не восстанавливаются, допустим, некоторые блоки, которые мне приходилось самому вздыхать, чтобы их увидеть. Это минус. Так, также, наверное, я в минус отнесу, что в основном враги, пусть они разные, но у них одна и та же почти атака. Хотя, не сказал бы. Они все равно чем-то отличаются друг от друга. Ну ладно. Минус получается у нас проблемы с выходом, входом в ту или иную комнату. Все, в принципе. Я больше минусов таких никаких не замечал. По прохождению все было прикольно. Даже были дополнительные боссы. Ну да, наверное, я не знаю, все. Русский язык есть. Ну, к локализации я не буду это относить. Меню, да, зелье. Хер поймешь, где находится то, что тебе нужно. Вот эти зельюшки. Ну, я уже их нашел, поэтому да. Проблема в меню, всем вот этом. Ну, пускай окей. Итого у нас 6 плюсов против 2 минусов. И, ребят, мы на этом с вами заканчиваем проходить данную игру. Но дальше нас будут ждать дополнения. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих игр. Всем пока.